Всем привет! В наше время хороший друг – это большая редкость, которая зачастую остается на всю жизнь. Особенно ценна дружба, которая завязалась еще в юные годы и пронеслась через всю жизнь. Поэтому сегодня речь пойдет об актерах и актрисах, которые уже давно являются лучшими друзьями и подругами. Кто-то из них начал дружить еще со школьной скамьи, а у кого-то дружба зародилась в профессиональном кругу, на сцене или съемочной площадке. Павел Деревянко и Юрий Колокольников. Общение между популярными актерами завязалось во время совместной работы над одним из проектов и быстро набрало обороты, что очень скоро они стали лучшими друзьями. Дело в том, что оба актера действительно похожи необычным характером и отлично понимают друг друга с полуслова. Также друзья всегда поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях, не оставляя в беде. И кажется, что это дружба на века. Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова. Две очаровательные и талантливые актрисы театра «Современник», уже несколько лет вместе на сцене и в жизни. В очередной раз доказав, что крепкая женская дружба также существует. В их портфолио огромное количество совместных работ, таких как «Три товарища», «Три сестры» и другие. Актрисы отлично общаются с семьями и даже нередко проводят совместный отпуск. Леонид Быков и Алексей Смирнов. Еще один пример крепкой мужской дружбы среди потрясающих советских актеров. Общение между ними завязалось еще во время съемок фильма «Зайчик». Смирнов был несколько отстранен от других актеров на съемках, но начал потом плотно общаться с Быковым, который, в свою очередь, очень сильно уважал этого артиста. В дальнейшем, во время набора актеров на фильм «В бой идут одни старики», именно Леонид Быков порекомендовал своего лучшего друга Алексея. Очевидно, что роль ему подошла идеально. Дмитрий Барков и Михаил Трухин. Крепкая мужская дружба между двумя талантливыми актерами началась еще со школьной скамьи. Впоследствии лучшие друзья даже пытались поступить в один театральный вуз. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Дружбе это нисколько не помешало, ведь даже сейчас актеры продолжают дружить с семьями и нередко вместе планируют совместный отдых. Видимо, крепкую старую дружбу не способно разрушить ни время, ни популярность. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго и всего самого замечательного, а также таких же верных, искренних друзей на всю вашу жизнь. До новых роликов! До новых встреч и всем пока-пока!